Рома еще молодой. Еще пока да. Как украинцы, матеры. Арсенал Мецнето. Нет, это все-таки Арсенал Мецне. Полюбе, Арсенал Мецне. Ох ты, блядь, Санек, как сказал, сука, так и, блядь. А если самогон бы еще домой, то вообще пиздец. Бля, это было, знаешь, что? Это была бы не работа, Санек. Это был праздник. Да, льготный, блядь, ну, это типа. Льготный праздник. Пацаны, вам вообще типа бонус. Льготный. Знаешь, от чего так никуда не делать? Ну, вот тип того. Так оно же хуже всего. Думал, вылез. Слышу, гудят. Там две спички есть, но... Да. Четыре, восемь, девять. Ты что творишь? Так хотел его подровнять трошечки. Хип-хоп движ. Рома на ютубе. Вот
Давайте копать, где надо. Соображу, как я вставить этот дом. Ну как? Выходом сюда. Где нехай вставить. Чуешь? Ну если вот здесь вот ставить, то выходом сюда, вот так вот, чтобы выходить сюда. А тут если? А тут поставим, его надо вкапывать. Где? А тут. Ну ты же говоришь вот здесь. А сколько в общем штук? 22. 22? Нормально. Че, 22, блядь. Если каждый дает по бидончику где-то, блядь, да? Ну приблизительно, блядь. Если бидон дает, это уже в радость. Саня, ведра не мает. Во, а у тебя воды питьевой нема в машине, Саня? Есть. Бидоны вон. Ага, бидоны. С ним питьевой.